суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и я продолжаю показывать патопсихологические методики, мои любимые. Я их ценю, обожаю, люблю и работаю ими, как, собственно, и мои коллеги-специалисты лаборатории психофизиологического обеспечения. Вот это изготовленный нами стимульный материал, интерпретация по патопсихологической методике «Существенные признаки». Здесь наш бренд, QR-код, где можно скачать и получить всю нашу контактную информацию, телефоны, адреса, явки, пароли и так далее. Замечательная методика, является в некотором смысле вспомогательной. Почему? Потому что главное оружие патопсихолога – это классификация, исключение предметов по Зейгарник, ассоциативный эксперимент и ряд еще других, около трех десятков методик, которыми пользуется грамотный специалист, который должен иметь эти методики в полном объеме. Без каждой из них работать нельзя. И вот одна из этих методик носит название «Существенные признаки». Очень хорошая работоспособная методика, и в процентном отношении, наверное, процентов 70-80 после таких монстров, как классификация, как исключение предметов, я беру в руки вот эту методику и реально с ней работаю, когда провожу какие-то патопсихологические ЭПИ, экспериментально-психологические исследования. Она редко применяется нами в плане психофизиологии промышленных предприятий, но тем не менее в области клиники, патопсихологии мы ее используем постоянно. Это наш комплект. И давайте пойдем посмотрим, что из себя эта методика представляет. На самом деле она очень проста, эффективна и очень я ее люблю. Первое – это интерпретация. Буквально один лист формата А4, заламинированный. Это не для, это для психолога, не для испытуемого. Здесь четкая выжимка, четкое понимание того, что и как эта методика диагностирует. Даже приведен пример исследования больной шизофрении, как она это делает, эту методику, выполняет ее задания. И когда надо что-то уточнить, бывает такое, после классификации что-то непонятное, и надо продолжить. И ты сидишь перед с тобой рядом испытуемый, и ты в панике, ты не понимаешь, как она продуцирует слабые латентные признаки предметов по классификации или исключению. И надо углубиться, надо уточнить, надо. Ты не веришь своим словам, своим ушам, своим глазам. Ты берешь вспомогательную методику «Существенные признаки». Надо продолжать, понимаешь ты. Надо утвердиться во мнении о том, что у человека существуют действительно проблемы с качеством его мышления. И ты берешь существенные признаки, или там простые аналогии, или ассоциативный эксперимент, и пытаешься добить, как говорится, это свое подозрение или уверенность уже, которая возникла на каком-то этапе патопсихологического эксперимента. И ты понимаешь, что да, существуют проблемы. И часто ответ на твое вот это сомнение, волнение, некий даже восторг в голове о том, что вот ты видишь это происходит, это слабые латентные признаки. Человек действительно исключает или рисует в пиктограммах, или исключает что-то из исключения предметов, или как-то по-странному, особенным образом складывает классификацию. И ты понимаешь, что да, у тебя некий такой профессиональное удовольствие начинаешь получать от работы, волнение и неуверенность в своих мыслях, в своих выводах. И ты берешь дополнительные методики, условно говоря, дополнительные. Некоторые пользуются ими как основными. Это требует опыта, наработки и так далее. Соответственно, вот здесь вот это все представлено. Интерпретация по данной методике. Как и что, более подробно читайте в книжках Зейгарник Блюмы Вольфовны, Рубинштейн Сусанны Яковлевны и так далее. Интерпретация. Далее идет у нас стимульный материал по методике. Всего 20 слов и словосочетаний. Это правильные ответы. А ну вот так вот надо, наверное, показывать. Это вот у нас идет стимульный материал, существенные признаки, инструкция для испытуемого. Все это заламинировано, соответственно, чтобы можно было этим пользоваться десятилетиями. То есть дается это людям в психиатрической клинике. У них руки засаленные, в каше, как говорится, не очень чистые. Потом это все можно промыть прямо под проточной водой. То есть тут ламинация, под проточной водой промыли, снова чистенький стимульный материал. И, соответственно, для специалиста тут у нас приводятся и правильные ответы на то или иное задание методики «Существенные признаки».
Вот так вот прямо отмечено для специалиста. Правильные ответы. Ну и также в комплекте идет бланк фиксации результатов по методике существенные признаки. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, возраст, пол и дата обследования обязательно. Потом этот, значит, протокол можно вклеить в карточку наряду с другими какими-то результатами по проводимому ЭПИ и, соответственно, написать заключение по экспериментально-психологическому исследованию. Все это можно размножить, отксерокопировать, сканировать и, соответственно, пользоваться. Ну вот, собственно, вот такая информация краткая по методике существенные признаки. Она является исключительно качественной. Каких-то статистических результатов вы по ней не получите, но патопсихологи знают, о чем идет речь. Существуют качественные и количественные патопсихологические методики. В одном из своих видео я показываю MPI, КТЭЛ, Равена, Векслера, НПУ, ОНП и так далее, и так далее, и так далее, Спилбергера, Ханина, ОСК и так далее. Показываю количественные методики. Здесь речь идет о качественной, с большой буквы, в том смысле, что она и качественна, и в том, что она дает очень хорошие результаты, позволяет работать в полном объеме, опровергать или подтверждать какие-то гипотезы специалистов в процессе непосредственно патопсихологического эксперимента. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!